В округе продолжается подготовка к весеннему паводку. На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя губернатора Сергея Суркова утвердили план противопаводковых мероприятий. Согласно плану, на территории региона пройдет подготовка к проведению ледокольных работ с применением взрывчатых веществ, проверка систем оповещения и информирования населения об угрозе возникновения ЧС, а также будет организовано круглосуточное наблюдение за развитием паводковой обстановки, интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями. Кроме этого, будут проведены санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону подтопления. По каждому из мероприятий в ходе заседания были назначены ответственные. Также в рамках подготовки к паводку будет проведена организационная работа с главами муниципалитетов. Кроме прочего, участники совещания обсудили планы работ по укреплению защитных насыпей и дамб.